В 12 часов по местному времени пожароспасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании покрышек на открытой территории по улице 2 Станционная в Ленинском районе Новосибирска. По оперативной информации, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения. Сообщений о пострадавших не поступало. В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров. Сильные порывы ветра осложняют работу сотрудникам МЧС России и способствуют стремительному распространению огня. Продолжается наращивание пожарно-спасательных сил. Порядка 40 человек и 12 единиц техники проводят тушение пожара и осуществляют защиту складских помещений от огня. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Для контроля за обстановкой также работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Для замера предельно допустимой концентрации воздуха к месту пожара следуют специалисты Роспотребнадзора.